Я понял, откуда, собственно, растут ноги вот этой нелюбви к Сталину, которая... Нет, ну что значит нелюбви к Сталину? Потому что это отмечено в тех же инстаграмах. Это горькие страницы жизни моей страны. Ну, прилетело ведь, да, за высказывание по поводу Иосифа Виссарионовича хейтеров? Что в первые дни, выражаясь эфирным языком, все прошляпил? Ну, слушайте, маршал Василевский, по-моему, ясно высказался. Нет, мы сейчас вот про Губерниева говорим, а не про Сталина. Такого количества угроз, которые были от разных деятелей. И я больше хочу сказать, что ты там не доживешь до такого-то времени, что мы тебя найдем, там реально там какие-то отделения КПРФ, там дружбы. Мне присылали проклятия разные. Угу. И потом, значит, Геннадий Андреевич Зюганов, сейчас я тайну эту расскажу, он мне позвонил, когда официальные его твиттеры сказали, что Губерниев мне никакой не друг, что мы с ним общались прекрасно всегда, он каждый раз говорил, приходи, политбюро по вторникам, милейший дядька, и никакой нам не друг. И он мне позвонил через некоторое время и сказал, слушай, говорит, ну, это мои вот СММщики, они перестарались, а мы с тобой по-прежнему друзья, политбюро по-прежнему по вторникам. Я говорю, Геннадий Андреевич, я говорю, вы можете об этом сказать публично? Он мне сказал, да ладно, давай лучше водки выпьем с тобой. Геннадий Андреевич, привет. Публично так и не прозвучало. Поэтому, собственно говоря, они там на что-то обиделись, но это моя гражданская позиция.